Ой, 14.30 на радио. This is Tanya. She represents the IEP center. Tanya is Donetsk. Здоровайся. Привет. Сколько тебе лет? 8 лет. Ты же в каком классе? Во втором? Оценки хорошие? Думаю, что какие-то у вас замечания есть. Есть пожелания. Сделать нам здесь забор, потому что ходят люди, пьют, курят, у нас маленькие дети, все ходят на простейт с собаками, с пивом. Очень хочется, чтобы была какая-то калиточка, заборчик, чтобы мы могли это закрыть, и дети могли спокойно сидеть. Вот все остальные цветы. Вы уже нам поможете? Да. Я беру статистику. Знаходимось в одному із центрів, де живуть сім'ї переселенців, які фінансувались за кошти Київської державної адміністрації і американського фонду USAID. Ми надали допомогу 6 тисячам сімей. Сьогодні, по офіційним даним, зараз у місті Києві знаходиться близько 100 тисяч вимушених переселенців. Ми намагаємося зробити все для того, щоб переселенці, вимушені переселенці, себе комфортно почували. Розуміємо, що дуже тяжко зробити ті ж самі умови, як вдома, де люди вже звикли жити. Ми намагаємося зробити все для того, щоб люди почували себе комфортно. Київська міська рада зробила пільги для переселенців. Вони, як і кияни, можуть пересуватись громадським транспортом безкоштовно. Когда мне было 4 годика, я любил вот это самое вкусное, сладенькое внутри взять. Попробуешь? Давай. За маму. Вкусно. Так, дети. А кто мечтает, кем стать, когда ты вырастешь? Кем? Пилотом? Летать на самолете или на вертолете? В самолете. А ты кем будешь стать? Бабочкой. Бабочкой? Вот тоже летать будешь. Вот это да. А ты кем хочешь стать? Чай будешь пить, да? Доктором. Помогать деткам, будешь? Лечить деток, да? Молодцы. Лимонадиком. Я уже. А кушать? Можно комментировать. Если он мне... Оставайтесь с нами, у нас хорошо.